По мнению экспертов в сфере образования, оглушительный успех первых двух тест-драйвов от УРФУ позволил говорить о том, что университет на сегодняшний день является лидером в области работы с абитуриентами довузовского образования и в состоянии эффективно реализовывать то, на что ранее не решался ни один другой вуз. Многим очень импонирует, что Уральский федеральный активно использует самые современные инструменты для привлечения внимания школьников, их родителей и учителей. Практика показала, что тест-драйв способствует активизации у школьников творческой, познавательной и интеллектуальной инициативы, подталкивает их к тесному взаимодействию друг с другом для достижения главной цели – попадания на очный этап проекта. Вновь попробовать вуз на вкус во время очного этапа проекта «Тест-драйв» смогут 350 талантливых школьников России, Казахстана, Армении, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана во время зимних каникул 9 и 10 января 2015 года. Школьные команды из Полевского, приехавшие в Екатеринбург, будут сопровождать учителя. Сами педагоги смогут пройти бесплатное повышение квалификации в рамках Конгресса учителей. Во время пребывания в Екатеринбурге ребята будут вести на своих страничках в социальных сетях дневники тест-драйва и рассказывать о своих впечатлениях. С правилами участия, сроками и дополнительной информацией о проекте можно ознакомиться на сайте «Тест-драйв в Уральском федеральном».